пожалуйста, предъявите документы на реализацию пива. Просьба ставит в тупик многих. Помимо наличия разрешения на продажу алкоголя, особое внимание полицейские уделяли соблюдению временных ограничений реализации спиртного, а также проверяли, является ли торговый объект стационарным. Таким образом, на пляже Ривьера был обнаружен ларек, где торговали пивом на розлив. Правоустанавливающих документов у продавца не оказалось. Всего в помещении было обнаружено и изъято 250 литров пива. Аналогичные нарушения выявлены в магазинах Адлерского района. Там из незаконного оборота изъято около 70 литров пива. В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа с конфискацией продукции. В отношении предпринимателей собран административный материал и передан в суд для принятия решения по существу. И мы просим всех жителей и гостей города, кто обладает информацией о подобных нарушениях, незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02.